Ураган Майкл в США. Число жертв возросло до 16. В американском округе Джексон, Флорида, подтвердили гибель от бушующего тропического шторма Майкл еще 3 человек. В США число погибших в результате урагана Майкл возросло до 16 человек. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает The New York Times. Отмечено, что шериф города Марианна Лу Робертс подтвердила гибель 3 человек в округе Джексон, Флорида. Таким образом, общее число жертв увеличилось до 16. При этом в США предполагают, что число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы. Спасательные службы Флориды уже сообщили, что недавно обнаружили тела еще нескольких человек на одном из пляжей штата, однако пока их не идентифицировали. Напомним, ураган Майкл достиг южного побережья США 8 октября. В тот момент ему была присвоена 4-я категория из 5 возможных по шкале Саффира-Симпсона. После этого ураган начал ослабевать. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны. Ранее сообщалось о 13 жертвах стихийного бедствия в США. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.